Окей. Так, таким образом вы себе делали собственное упражнение для развития техники. Да, но это были не просто механические упражнения. Это было сопряжено, опять же, с творчеством, с сочинением музыки, с реализацией какой-то идеи. То есть идея и ее воплощение моментальное. То есть я вот этот момент, я все время хочу на нем педализировать этот момент, на нем делать акцент. Потому что это главное, что отличает музыканта-исполнителя с его технологическими приемами, с этюдами, гаммами и с джазовым мышлением. Джазовое мышление – это как раз вот тот момент, который отличает музыканта, который должен учить произведение, написанное кем-то, созданное кем-то. Дальше это в этом произведении находить то, что к чему добивался или чего добивался автор, и вместе с тем привнести что-то свое, да, как бы. Но вместе с тем существует сегодня огромное количество уже шедевров, уже если мы возьмем любую сонату Бетховена, сегодня найдется сотни замечательных всяких трактовок и исполнений. Нужно ли все это сегодня музыке, вообще искусству? Уже мы переходим уже к серьезному вопросу, да, о том, что насколько музыкант сегодня несет в себе полный цикл этого понятия быть музыкантом. Быть музыкантом – это значит быть человеком, создающим музыку. Да? Скажите, пожалуйста, извините, я вас перебью, как ко всему этому относился ваш преподаватель Теодор Гутман? Насколько мне известно, вы учились у него. Ведь он все-таки с вас требовал прежде всего выполнения основной работы, то есть исполнения классического репертуара. Он понимал вообще вот ваш талант, что понял, с кем он имеет дело? Как он к этому относился? Как он вообще свободно? Или наоборот, он требовал с вас, или наоборот, обижался? И вообще, как у вас проходили взаимоотношения? Потому что известно, Теодор Гутман это, конечно, принципиальный товарищ. Это мастер звука. Это школа, конечно, высочайшая школа звуковой игры. И, кстати, мне кажется, у него, вы знаете вот эти фамилии, кто у него учился из вашего поколения? Илья Фридман, это профессор из Горьковской консерватории. Потом, по-моему, учился Володя Троп, Вадим Монастырский, если не ошибаюсь. Вадик Монастырский, мой друг, да. Вы вместе учились в одном классе. Вместе учились с Вадиком как раз. Как у вас с ним? Игорь Бриль, вот, вспомнил, джазовый. Игорь Бриль был у Теодора Давидовича тоже. Хочу рассказать мою коротенькую историю моего поступления в Институт Гнесиных. А, да. Значит, я приехал в Москву уже позже, уже когда экзамены в Московскую консерваторию, в Московской консерватории уже закончены были, а экзамены в Институте Гнесиных только вот начинались. Где-то в августе, да. Да, вообще-то я должен был учиться в Харьковской консерватории, потому что когда я заканчивал музыкальную десятилетку в Харькове, я же был в этот момент руководителем ансамбля филармонии в Харьковской. А, то есть вы уже там начали работать. Харьков. Да, я уже был достаточно популярным человеком в Харькове. И не говоря уже о том, что где-то в 9-10 классе я был аккомпаниатором сборной сначала Харькова, потом сборной Украины, а потом уже сборной Советского Союза по художественной гимнастике. И я должен был вместе со сборной вылетать в Токио на Олимпийские игры. Но это как раз попадало на мой 11 класс десятилетки, и родители мне запретили, и я туда не поехал. Но я уже тогда совсем неплохо читал с листа,
Естественно, играл станок для этих девочек. Конечно, может быть, на слух еще играли там, да? Потому что часто. Ну, естественно, импровизировал, да. Вальсы, как что угодно, там любая форма. Я тут же вообще для них играл и вспоминают многие сейчас, даже вот из тех гимнасток. Мне сам Чижик. Ну да. Короче говоря, этот период я аккомпанировал. Потом я играл во всех ресторанах в Харькове. И мне это нравилось. Родители ужасно меня ругали за это. Но мне льстило, мальчишки, да, такое внимание. И когда я приходил в любой ресторан, тут же пианисты вставали и давали мне, уступали мне место. А мне краснели и убегали со стыда, да? Да, ну, мне нравилось это, потому что внимание, да? Ну, да. Мальчишка и еще такой вот образ жизни, рестораны. Да. Ну, понятно. Да, музыка такая еще была. Где-то, когда мне было 11-12 лет, я уже познакомился с джазом по радио, и я был уже инфицирован. На период экзаменов в Харьковской консерватории я должен был уезжать с коллективом какие-то гастроли с филармонией. И с дирекцией филармонии уже договорилась с дирекцией консерватории, что меня без экзамена возьмут в консерваторию, в Харьковскую. Значит, я уже был, как бы, у меня были гарантии того, что я буду дальше учиться, но в какой-то момент я в каком-то почти полусознательном состоянии прихожу домой и говорю, что я хочу поехать в Москву. Угу. Вот как-то так. И мама, папа помогли мне собрать чемоданчик, и мама поехала со мной в Москву. И вот я как раз уже в консерваторию я не успел, а в Гнесинский институт только вот начинались экзамены. Я сыграл экзамен. Наверняка это была полифония, соната какая-нибудь там. Я сыграл, по-моему, 17-я соната Бетховена. Потом Рахманинова играл несколько прелюдий. Что-то еще. Не помню сейчас. Я не помню. На полифоне не помните прелюдия и фуга? Нет. Ну, хорошо. Значит, 17 сонаты Бетховена. Да, потом сдал все остальные экзамены и потом коллоквиум. А. Коллоквиум проводил Йохелес. Ага. Замечательный тоже. Ну, музыкант. Да. Класс с двумя роялями, я за одним, он рядом. Ну, хорошо, он говорит, что это такое? Начинает играть. И в этот момент я, может быть, даже я и знал, что он, что это такое, а может быть, даже и не знал, но я просто повторяю почти слово, звук в звук, что он играет, я тут же повторяю за ним. А он говорит, а это вы знаете. А это что? Я, значит, играю почти вместе с ним. А вы тоже знаете. А это что? Я играю. Ага. Ну, хорошо. Значит, а как звали братьев Карамазовых? Ну, да. Я говорю, у них вообще не было имен. Как? Да так, говорит, там прямо так и сказано. Грузите апельсины бочками, братья Карамазовы, а имен там не было. После чего... Это, конечно, класс. Это коллоквиум, да, такой мне был. И после чего Йохелес предложил мне поступать в его класс. Да. Я уже выхожу... Да, это было, по-моему, до экзамена. А нет, уже было после того, как я сыграл экзамен по специальности. И в этот момент подходит ко мне Гутман и говорит, а вы не хотите ко мне? А Гутман, конечно, для меня... Я не могу сказать, что он... что Йохелес для меня не был величиной, но Гутман все равно оставался Гутманом.
как ученик. Я, конечно, тут же, значит, да. И поэтому Йохелес, я думаю, он немножко так вот сохранял обиду на меня, почему я к нему так и не попал. Да? Дальше, как у меня складывались отношения с Гутманом. Да. Он понимал, что что-то мне дано такое, что-то другое. И после каждой какой-то, после каждого дня рождения он всегда приглашал весь свой класс. И после каких-то таких вот вечеринок вместе с ним он всегда меня просил играть что-то другое. Он давал такую вольную жизнь. Не да. Слишком строго с вас. Ему нравилось то, что я делал. Он понимал, что для вас это... Дальше то, что как он обращался с роялем, со звуком, конечно, да, это меня это настолько трепетно было. Угу. Ну, как вы его там в кончиках пальцев, вот это все это погружение, плавно гладить клавиши. Это же все не галзовская школа, понимаете? Что звук рождается из тишины, скажем так. Нет, но все равно сама музыка. Вот у Гутмана очень мало было технологий. Должен сказать, что я потом оказался в классе, уже потом, я тоже расскажу, у Александрова, Александра Александровича, да, тоже покойного, замечательный музыкант был, да. Да, вот у него технология была действительно очень на первом месте. У Гутмана музыка, сама идея, требовавшая именно вот этого прикосновения, никакого другого. Ну, это типичная негаузовская вот такая школа, то есть все это на высших... Однажды, когда я тоже готовился к конкурсу на... Это было лучшее исполнение на... Что это было? Ну, какого-нибудь произведения там, соната Бетховена. Лучше... 31-я соната Бетховена. А, ну, 31-й. Это сложная штука, я вам скажу. Это не просто. Да. Но я очень люблю эту музыку. Я должен сказать, что для меня эта соната, 31-я, фантазия Шумана. А, вы ее играли тоже, да? Да. Вот такие вещи играли, и никак не можете вы не дойти до этого. Это же крупное полотно, там много работы, там есть над чем вообще поработать и о чем вспомнить. Короче говоря, во время работы над этой сонатой у меня возникли возражения. Ага. У меня были другие мысли по поводу интерпретации. Только интересно, а какие? Можете вспомнить? Я уже не помню. Да. Хотя бы. Да. Не сошли. Короче говоря, оставалось буквально... ну, не знаю, неделя, другая, две недели, по-моему, до начала этого конкурса. Угу. И он мне сказал, что, Леня, я снимаю с себя ответственность, поэтому вы будете играть от себя лично, не от меня. Настолько он возражал против моих... Вашей трактовки? Моей трактовки, да. Да. И вот после того, как я сыграл... Снять с себя ответственность, скажем так, да? Да. После того, как я сыграл на этом конкурсе, занял первое место. Ух ты! Да. Он ко мне подошел. Потрясающе. И мне сказал вот следующее, что я Леня. Он так вот говорил, так вот немножко с придыханием. Леня, я впервые слушал игру не своего студента, а просто музыку. Спасибо. Потрясающе. Вот это для меня... Это было высшее для вас вообще похвала. Высшая похвала. Это не кажется, при том, что это говорит профессор, это не какой-нибудь там очередной воздыхатель, понимаете, зритель, да. Профессора, который вообще знает, что такое 31-я соната Бетховена. Но это, конечно, потрясающе. И вот, понимаете, вот об этом я впервые слышу. Вот теперь, наконец, у меня уже стала вырисовываться вот эта картина вашего такого музыкантского уровня, вашего творчества и отношения с классикой. И, тем не менее, вы продолжали все-таки параллельно с классикой, вы играли
в клубах вы в Москве. Конечно, каждый вечер были клубы, «Синяя птица». Сразу была работа, вы играли в оркестре, насколько мне известно. Случился еще один удар. Это после того, как я вышел после страшного своего состояния с руками на втором курсе. А, это был второй курс у вас с руками? С руками это второй курс, да. А на третьем курсе, когда я сдал все экзамены на пятерки, мне оставалось сдать зачет по английскому. Историю КПСС, диамат, истмат, вы помните эти предметы? Нет, ну я, у меня все было нормально. Ага. То есть с головой было все в порядке. Да. У меня была как раз проблема с ним. Но это не важно, ладно, так. Я сдал экзамены на пятерки и оставался зачет по английскому языку. Ага. А педагог по английскому у нас был такой Марк Исаакович Дубровин, ага, который ко мне тоже относился так особенно, потому что он был любителем джаза, и он считал, что я должен знать английский лучше всех у нас на курсе, потому что я занимаюсь джазом. И так получилось, что на первый зачет я не смог прийти, у меня была какая-то работа. А второй зачет, да, я прихожу вот на этот зачет, и он мне говорит: «Леня, вы знаете что, значит, так как я с вас требую больше, чем с других, я вам ставлю не зачет, вы должны прийти осенью на пересдачу». Ух ты! Да, и в этот момент я выхожу из этой аудитории, стоит за дверью Валерий, такой Валера Самолетов был такой, декан фортепианного факультета. А что-то напоминает мне эта фамилия. Он у меня же был педагогом по камерному ансамблю. Который я экзамен тоже сдал, у меня было отлично. По-моему, играл с Сашей Корчагиным виолончельные сонаты Бетховена. В общем, хороший, замечательный музыкант Саша Корчагин. Он ныне здравствует. Короче говоря, Самолетов, он был деканом. И он меня готовил к исключению. Ух ты, за английский язык? Нет, нет. Значит, это было так. Значит, я куда-то уезжаю на съемки, что-то тоже концерты какие-то у меня. Значит, он ко мне подходит. А понятия? Мы с ним были на «ты». Ага. «Леня, ты понимаешь, ты же Чижик, говорит, тебе ничего не будет, а я молодой декан, я должен отчитываться сейчас даже, да? Значит, тебя тут не было неделю, я тебе выговорок, говорит, по дружбе, ты не обращай внимания». Потом второй выговор. То есть вы были таким, как это, не то, что больно слушателем, то есть вы были свободное посещение, скажем так. Ну, да, да, но я учился хорошо, учился, играл неплохо совсем. И, короче говоря, после этого незачета, единственного, я выхожу из этой аудитории, меня встречает Самолетов и говорит, что все, говорит, ты исключен. Ну, это жестоко. Да, без слов, значит, тут же дает документы ректору, такой был Муромцев тогда у нас. В свое время он был членом троек. Какой кошмар. Кошмар, вот кошмар, вот такой вот... А вы не спросили вообще, за что? Нет, не просто я не спросил, а было собрание сначала фортепианной кафедры, потом комсомольское собрание института собрали, потому что кого же мы исключаем, кому же здесь учиться? Примерно вот о чем говорили ребята и педагоги. После того, как вы заняли первое место по 31-му сонате Бетховена. Да не только, да. Ну, там, да. Ну, я был просто героем, потому что меня любили студенты. Я был открытым человеком, теплым, веселым, рассказывал анекдоты. Компанейским, да. Компанейский был парень, в общем, все. Меня любили ребята и педагоги, да. И в этот момент, да, и вот выходит Самолетов с Муромцевым
в большой зал там, Института Гнесиных, где происходит собрание. Ага. И Самолетов говорит следующее примерно, что если вы его настоящие друзья, вы должны понимать, что с такого музыканта другой совершенно спрос. Да. Вы понимаете, что он и не делал и десятой части доли того, что он должен был делать вообще. Да? Вы понимаете это или нет? Что вот мы его не исключаем навсегда. Мы его исключаем на год. Условно.